Эта служба и опасна, и трудна. В органах внутренних дел в Чувашии трудится более 5000 человек. Наша съемочная группа познакомилась с одним из полицейских и узнала, какой ценой достаются награды за службу. Послужной список Марата Михайлова вызывает уважение. Участвовал в чеченской кампании, командовал специальным отрядом быстрого реагирования. Во внутренних войсках он более 20 лет. За годы службы родине медали и наград не счесть. За отвагу, за боевое содружество, за доблесть в службе. Марат Сергеевич – кавалер Ордена Мужества. Дали за участие в штурме Грозного в 2000-м. Есть еще один знак отличия. Краповый берет – это отличие сотрудников специальных подразделений. Вот ношу его с гордостью и, надеюсь, никогда не подведу и не опозорю своих боевых товарищей. На счету полицейского множество успешно проведенных спецопераций по борьбе с организованной преступностью. Такая работа, естественно, несет в себе огромный риск. Как признается сам боец, недоброжелателей и угроз хватает. Но они не имеют значения. Ну, вы знаете, как вот пружина, ее чем сильнее сжимаешь, тем больше у нее отдача в обратку. Также у меня вот такой характер. Меня угрозы, наоборот, заставляют мобилизоваться. Вот тот же адреналин. И я думаю, что вот бесполезно мне угрожать. Марат Михайлов много лет занимается самбо, дзюдо, карате и другими боевыми искусствами. В клубе «Динамо» организует различные спортивные мероприятия для сотрудников внутренних дел. Коллеги ценят и уважают его. Мне всегда было с ним приятно работать. Всегда к нему можно было обратиться. И сейчас обращаюсь за помощью и советом. Он в этом никогда не отказывает. В своей непосредственной деятельности он профессионально грамотный, очень целеустремленный, очень активный. Способны решать многие довольно серьезные задачи, которые стоят перед нашей организацией. У настоящего бойца должен быть крепкий тыл. Для Марата Сергеевича это его семья. Он счастливо живет в браке уже много лет. Старший сын пошел по его стопам и служит во внутренних органах. А младший пока еще учится в школе, но хочет связать свое будущее с информационными технологиями. Для обоих отец – пример для подражания. Отец достиг довольно высокого профессионального карьерного роста. Мне надо как-то суметь не просто достичь его уровня, а еще и подняться немножко выше. Вот, что накладывает довольно высокую долю ответственности на меня. Марат Сергеевич считает, его профессия, хоть и трудная, но одна из самых благодарных. Из небольших пары успехов складывается одна большая победа в борьбе за мир, покой и благополучие всего народа. Ради этого и Марат Михайлов, и его коллеги каждый день выходят на службу. Татьяна Леонтьева, Елизавета Зайцева, Олег Якимов, Республика.